Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем проходить «Чужого против хищника» 2010 года. Компания за хищника была, все мы помним какая. Но я должен заметить, что, поскольку, напоминаю, это игра от разработчиков Aliens vs Predator 99 Rebellion, самое интересное, мне, по большому счету, мне больше понравилось за «Чужого». Поэтому давайте поехали, собственно, сейчас будет как раз Alien Missions. Новая игра. Я там управление вроде поправил, все дела, на нормально. Опять же. Это все то же самое начало, да? Давайте мы пропустим тогда. Третий раз смотреть одну и ту же заставку, я думаю, смысла нет. Я понимаю, да, я уже понял, для чего это сделано, чтобы с какой компании ты бы не начал, то... Вот. Сочненько чавкает мышечина. Какая эта штука интересная. Please, somebody, help me! Интересно, а если он вернется назад, чужой начнет дальше грызть и вылезет через жопу, допустим. That's the last of them. Commencing specimen retrieval. Что же пойдет не так? Мне прям интересно даже. Что здесь может пойти не так? Абсолютно непонятно. То есть здесь этой хуйни с лицехватом и грудоломом не будет, да, я так понимаю? What happened to specimen 6? Да неужели, правда, да? Я же сказал. Я если что, конечно, я не проходил эту игру. Вы понимаете. Блять. А вот и примушечка была. No, Dr. Groves. I want it alive. I like this one. Send in the combat androids. Mark it up for the program. Только что он такой был прям, типа, нахуй ты меня остановишь? Number six. I remember this one. Ah, look, we'll Mr. Whalen thinks there might be something special about it. Let's see if he's right. Basic responses first. Simply orient your head in the direction indicated. Well, see? Watch her track my hand. No, what do you need? Ну вот, вот твоя рука, вот, вот твоя рука, вот она, блядь. Obedient. Very good. Заебал. On to the next test. А давайте ебало отгрызу просто и всё. Давай следующий тест будет отгрызть тебе ебало, я с удовольствием. A xenobiological novel. Excellent. Блядь, ты издеваешься надо мной, когда, да? Сука, я же переставлял, ну я переставлял, ну что ты мне мозги ебешь, я специально, сука, переставил. Так, ну, jump, space bar. А, или типа пока мне не рассказали, я не могу прыгать, серьезно? Давай. Watch. These things can move on
any surface. Just as I predicted. Gracefully done, Six. You can jump too, can't you? Now, send in the first test subject. Where are you taking me? Why won't anybody tell me? Причем просто так забегаешь, что ли? Только что, надо держать их. You are participating in vital research, my friend. Top growth? What is this? What? Чё, create dark places to hide by damaging lights? Окей. А где у нас? О! This is interesting. A new strategy. Amazing. It knows the darkness is its ally. I can barely see you, Six. If I didn't know you were there, bring me another test subject. As long as I get paid, right? It's pretty dark in here. Hold. Perfect. No question. Send in another test subject. Armed. This should be more of a challenge for you, Six. Честно говоря, здесь укус сделал прям. Неинтересно, кстати. Там было. Так это такой. What seems to be the problem? What happened to the light? A strong indicator sounds of intelligence. Like a valve release. But how do you know there's a fire? Mr. Wayland was right. Very good. That's enough for today, I think. Is it like a королева, что ли? Это все я, да? Или типа... А, это королева там. Сбеги! Queen give you an... Ну? А! Чё так? Не можешь туда лезть. Чё ты от меня хочешь, блядь? Там что-то мелькает какая-то. Чего? Серьезно, он просто залез. Trying to escape. Hearing the call of the matriarch, no doubt. Gas it. Серьезно, блядь, он не может просто залезть в дырку. Надо прицелиться и нажать пробел. Вау. А? Impressive, Six. Most impressive. Escape is not an option for you, however. Please, don't try it again. What's happening? Wayland's finally going to do it.
А, это он там открывает эти ворота, которые вначале там пиздануло, если у тебя все откроется. Пацаны, вам пизда, вы курс что-то? Он же пиздец обоим. Excuse me. Он же обоим пиздец. Оп! Оп! Окей, окей, бежим, бежим. Ну да, все в контейнер с маточным молочком. Чего? Блин, раз появилось это и пропало. Чего это было написано? Я не понял. Освободить? Ну это да, это освободить своих пацанов в телефоне. Вывести не может быть сделать. Free your queen. А здесь где Джим? Да как? Че это выходит? Видишь, у меня жопа какая, смотри. Пиздец, я гнусь. Я ксеноморфский гусь, я отлично гнусь. Где он сажает, что угодно, по-моему, что он что-то похуй. Всему комплексу, короче говоря. Не, так вот почему королева начинает бежала, типа. Один яйцеклад подался. Но самое на самом деле просто ебанутое, что мы не в компании за человека, мы в компании за чужого, мы не увидели королеву. То есть они типа королеву где-то там, но если они не помахались, не увидели ее. Это очень тупо было, если честно. Так, окей. Okay.
пацаны, ну вокруг это ничего, так сказать. Как две ачивки рядом быстро расположены. Да, я отключил звук, кстати, нашел, отключается. А, это Зефишник, правильно, там сейчас? Ну, братва. Склизкая братва. Блять, я даже это название запишу. Все, мне понравилось. Сейчас, секундочку. Отлично. Так, континуем. За чужого, кстати, пока что легче всего. Как за хищника вначале, это вообще пиздец. А, это вот они здесь, короче, куда человек. Просто очередная форма жуков. Там в этой части 2010 года столько артов всяких красивых. А, в смысле с королевой не встречать все, я не помню. Мы же ее за морпеха убиваем, действительно. Вообще ни разу не встречались с королевой, да? Так вот, там столько артов классных нарисовано, как я говорю. При этом, ну как бы это. Так, я же, наверное, не смогу просто там все забыть, да? Что задача-то? Find a way out of the sewers. Почему туда что случилось? Людей поубивать или что? Это что-то там, я вот чужие эти... Да... Так, пацаны, ну лучше так не делать. Серьезно, пошел вылезть? Ну, в смысле, не копать. Ладно. Xenos don't like fire. Что ты говоришь? Какой ты не слышишь? Где? Что ты меня за чужого? Как будто у меня яркость, наконец-то, начала усиленно работать, как и должно быть.
Ну, не прям усиленно, но немножко так. Короче, как будто похоже, теперь стало совсем похоже просто на Rage. И, ну, либо на Borderlands, который я не играл со мной. Чего же? Ну да, из-за чего он, ну, по идее, не должен быть стелс. Какая же анимация долгая потом. Да, что-то полочка какой-то очень странная. Не просто прямо. Блин, ну что тут? Я не помню, сюда я отсюда пришел, не отсюда. Откуда отсюда? Или нет? Значит, просто глупо я хочу. Тут немножечко прям очень глупо, если честно, все это не пробел делать. Да. Не-не-не. Тебе показалось. Не слышу. Заебал. Блядь, отцепись, ёб твою мать. Ну окей, так. Куда идти-то, чурок? Значок пропал. Потом показывает, куда идти. Потом показывает. Так, отсюда я пришел.
Что-то я сломал. Что сломал? Зачем? Бро, немножко. Гетто в загорах. Stand down. I'm tracking something close. Stand down. That's movement. Not dying here. Я просто не вижу, чтобы был обычный чувак, когда он убежал. Это заразит. Зацепись ты, господи. Голова на кусок ноги, если честно, похоже, ну да ладно. Так, хорошо. Вот здесь вот реально хуй поймешь, надо в какую сторону. Да ебаный в рот. Kill or harvest everyone in the garage. Он последний мужик, ладно. Если нет такого, что просто отцепиться. Очень неудобно. Просто упасть вниз, все, мне ничего больше не надо. Так, это обычный чувак, все, зелененький, это обычный чувак. Pop!
начали бить его. Что я себе не дальше с ним сделал? Да, пацаны, вы пока не расслабляйтесь еще. Он когда всех убьют, тогда можно расслабиться. Сейчас пока не надо, так что мы подумаем. Ну, столсить, в принципе, поприятнее, конечно. Don't let your guard down. Что-то еще было где, например, да? Опять же, локация знакомая. Принц? Хочу убить. Интересно, что будет, когда до хищника доберемся. Мы должны хотя бы одного хищника приморить. Think I'm going as fast as I can. We'll be out of here if the power goes again. Those things come back. You didn't see what those things did to poor Anakin. Tore him the fuck up. That's enough. I don't need to hear about it. How much longer? A poor minute. What was that? Что-нибудь возможно куда-нибудь. Что-нибудь куда-нибудь. Make your way into the machine room. Okay. Сразу не теряться. У них я себе. Так, это что? Xenomorph readings in your area. Stay frosty. Process deeper into the building. Neuron. Так. Пока еще не ослаблять пехотинцев. Ну, эта фраза вообще, можно сказать, не раздражающая по сравнению с тем, что будет в этом. В Colonial Marines там будет этот морпехи своих не бросают. Пиздец, они сколько раз будут повторять. You hear that?
тем подводим время. Упс. Давайте пацанов на него отправим. Давайте мелких. Там, по-моему, один еще остался. Надо еще мелочь. Как сама тоже немножко все-таки стала. Развлекалась. Мужик, стой. Мужик, вернись, я все прощу. Давай. Я вроде Е нажал. Ну, хоть тебя послужит. По-моему, это был Николай. Так. Где тут у нас? Чё, куда? Чё-то не понял. Вот чё мне предлагает периодически нажать? Чё? Нет, это логично. Get down to the ventilation. Нет, даже... Пиздец, они даже анимацию не сделали. Даже звука не сделали. Окей. Мне нужно что-то сделать, чтобы это... Не, ну это вряд ли. Ну явно разбить там надо еще что-то. Я никого не понимаю. Я не могу уже выйти из этой комнаты. Что это появляется? То что можно зацепиться или что? Мне надо вот в эти дырки. Буквально нет же больше ничего. Вообще нихуя нет больше. Да что? Как бы это выделяется, вот красный фон. Вот, блядь, как я люблю эти охуенные загадки. Вот комната, блядь, в ней нету нихуя абсолютно, в ней нету ни ходов никаких, ничего, в ней просто нихуя абсолютно нет. И один единственный выход. Все, больше ничего. Нет, умирает. Вот, вот что я здесь должен делать? Я пришел правильно, меня вот, то есть, спавнит вот здесь. То есть, если бы я, типа, был, ну, сам дурак, надо было в дверь закрытую не заходить, открытую, потому что она закрылась, теперь не выйдешь. Нет, меня спавнит вот здесь теперь. Пау!
Мне же очень тупая идея просто прям. Настолько тупая, что игра явно не запущена под этим. Ну да, ну почти же. Да. Да просто я на шифте просто пробежал. Чего, блядь? Ебанулся. Я простых пацанов не хочу убивать просто так. Во, кстати. О, кстати, все замечательно, все прекрасно, мне все нравится. Давайте, скажем, континуем, чтобы потом... И на этом пока что мы на сегодня закончим. Это получается у нас 10-я. Сейчас я себе отмечу 11-ю миссию. Вот, и на этом пока что на сегодня все. Все ссылки в описании. Проходите, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, чтобы приходить уведомления о новых роликах. По возможности поддержите канал материально, опять же, на Boosty. Или каким-то другим способом, просто денег на карту тоже вообще нормально будет. А вот, и на Телеграм обязательно подпишись. Вот так. За всем все. Всем всего доброго, хорошие игры. Всем пока. И мы, собственно, продолжим в следующей серии. Все, всем пока. We'll be right back.